Почему сейчас невозможно увидеть в магазине мясной хлеб? В оболочку можно засунуть все, что угодно. Заэмульгировать, завулизировать некачественное и дешевое сырье. С мясным хлебом этого не произойдет. Давайте приготовим это натуральное и полезное блюдо, как готовили его в СССР. Сначала нам нужно засолить мясо. Нарезаем свинину и говядину на кубики и добавляем соль, обычную и нитритную. Не бойтесь нитритной соли. Она дает не только красный и яркий цвет нашему мясу, но и продлевает срок его хранения, не дает развиваться бактериям и инфекциям в мясе, и волокна становятся более мягкими и нежными. В малых дозах нитритная соль не приносит никакого вреда. В СССР применяли селитру. Нитритной соли тогда не было. Но это нужно делать обязательно. Перемешиваем мясо и убираем в холодильник на сутки. Посмотрите, какой цвет у этого мяса стал. Теперь мы должны прокрутить мясо через мясорубку. Шпик мы мелко нарезаем и убираем в морозилку. Теперь важные правила. Мясо должно быть 10 градусов. Добавляем ледяную воду со льдом. Отправляем замороженный шпик и специи. Все перемешиваем 10 минут. Лучше это делать в миксере с насадкой крюк, чтобы масса оставалась холодной. Берем форму для хлеба и накладываем туда наш фарш. У меня получилось две формы. Я делала двойной объем этого фарша. Нужно теперь сделать осадку. Либо 1 час мы держим при комнатной температуре, либо мы ставим в духовку и прибавляем постепенно температуру, пока она не достигнет до 80 градусов в течение часа. Вниз можно поставить противень с водой и включить конвекцию, если она у вас имеется. При конвекции температура распределяется вся равномерно. Внутри хлеба должна быть температура у нас 70 градусов. Как 70 градусов на градуснике вы увидите, значит наш хлеб готов. Достаем и охлаждаем его. Убираем в холодильник, я убрала на ночь, и утром вот такой мясной хлеб у меня получился. По вкусу он такой же, был он в старые добрые времена. Только натуральные продукты и никакой химии. Готовьте, друзья, полезную еду и будьте здоровы!